В ночь на 4 июля подразделения вооруженных сил Армении с территории населенного пункта Заркент Басаркичарского района подвергли интенсивному обстрелу из крупнокалиберного оружия позиции азербайджанской армии в направлении села Дамирчидам Кельбаджарского района. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана. Вооруженными силами Азербайджанской республики были приняты адекватные ответные меры. В настоящее время ситуация в указанном направлении стабильная. Оперативная обстановка находится под полным контролем наших подразделений. Говорится в информации оборонного ведомства страны.